Всем привет! Привет всем подписчикам LegalBets. Говорим про последний тур чемпионата Англии. Одна игра здесь стоит особняком. Это игра, которую посчастливилось принимать Хаддерсфилду. Но, конечно, Хаддерсфилд здесь в качестве статистов, просто потому что главным героем этого праздника, конечно, будет Арсен Венгер. Прощальный матч Арсена Венгера в Арсенале как раз-таки выпадает на гостевую встречу против Хаддерсфилда. И, конечно, футболисты Арсенала выйдут сверхмотивированными на этот матч. Кто бы как ни относился к Венгеру, как бы ни складывалась сейчас игровая ситуация, безусловно, отдать должное игроки Арсенала Венгеру постараются. Поэтому я думаю, что Арсенал против тем более уже немотивированного Хаддерсфилда, который спасся благодаря положительному результату с Челси, так вот, против немотивированного Хаддерсфилда Арсенал, конечно, выглядит явным фаворитом. И я думаю, что Арсенал постарается, пусть и на выезде, но тем не менее, дать спектакль. Поэтому, на мой взгляд, здесь будет победа Арсенала. И я думаю, что уверенная. Поэтому ставка, которую я вам предлагаю на этот матч, это Арсенал с форой -1. Я думаю, что должно зайти, опять же, учитывая то, что мотивация у Хаддерсфилда уже после сохранения места в премьер-лиге не на таком высоком уровне. Ну, а мотивация игроков Арсенала, как я уже сказал, ввиду прощания с Венгером, будет как раз ого-го.